И после фрагмент контейнера у нас будет идти вот то, что я вам говорил, button navigation view. И теперь мы должны сюда создать меню. Application. Меню. Вот, сослаться на файлик с меню. И вот здесь будет файлик. Пока сделаем вот так. То есть пока его не видно. У нас даже папки нету, да? Смотрим с меню. Android Resource Directory добавить. Values. Вот он, меню. И сейчас будем создавать менюшку. Мы меню создали, то есть для чего мы это меню создавали? Чтобы его подключить, вот button navigation nav menu, вот по названию вот его файла, чтобы его подключить вот здесь к button navigation. Вот, сделали меню, добавили его вот сюда. Находим вот этот наш nav view. Что такое nav view? Кто забыл, вот в activity main. Мы создали вот этот button navigation view и назвали его nav view. Получаем к нему доступ nav view и устанавливаем из него метод setup with nav controller. Setup запустить with nav controller. Так же как вот здесь setup action bar with nav, это setup with. Мы могли просто with nav controller, да, по аналогии просто написать, и он бы нам потом показывает, что он, что надо сюда nav controller передать. Просто берем вот этот nav controller, отправляем вот сюда. И в итоге у нас получается вот такой вот код. Nav host фрагмент получаем, support фрагмент менеджер, find фрагмент, находим фрагмент, имя фрагмент контейнера и касим его в nav host фрагмент. Nav host фрагмент, ищем фрагмент, вот nav host фрагмент, вот по вот этому фрагмент контейнеру, это идентификатор. Фрагмент контейнеру нашли, nav host фрагмент свернули. Элемент, который называется фрагмент контейнер view. Фрагмент контейнер view. Затем создали nav-контроллер, просто из nav-хост-фрагмента, мы же скастили его nav-хост-фрагмент, у него есть поле nav-контроллер. Вот таким вот образом получаем nav-контроллер. Navigation, то есть ставим setup with nav-контроллер, заносим nav-контроллер. К самому button navigation прописываем ID, matchparent, Android, вот это, фон, то есть фоном может быть что угодно. Если убрать фон, в принципе, он работает без фона, да, просто будет системный фон, window background. И меню файл, вот очень важно меню, то есть у button navigation должно быть меню, и там указано два элемента, то есть два фрагмента, то есть до пяти фрагментов вот так можно добавлять. Заходим в button nav menu, это вот папка меню, вот здесь button nav menu, и айтемы. Navigation character, то есть рисунок мы нарисовали, один человечек, да, и list character, то есть ты целый список, мы сюда будем подключать recycler view. Чтобы отображались соответствующие фрагменты, очень важно, чтобы вот на в графе название фрагментов, то есть надо переделать вот название ID, вот надо написать Navigation Character, чтобы он Start Destination начинался Navigation Character, название, чтобы он брал вот из вот этих вот менюшек Navigation Character. Затем Navigation Character List в нав графе ко второму графу Navigation Character List. Ну, таким образом просто связывает nav графе фрагменты с конкретными вот этими ID вот из меню, да, то, что он получает. Если мы запустим, и теперь вот как мы хотели, да, изначально, мы видим, что навигация теперь снизу,